не Луна. Не какая-то далекая и неизведанная планета. Это мой дом, Земля. Я не знаю, что случилось. Что теперь делать? Ребята, как в космос занесло. Меня? Ну, я встретил космонавта в детстве. Меня тогда это очень впечатлило. Что это было? Возвращайся на корабль. Я пытался установить связь, но Земля молчит. Тотальное радиомолчание. Даже спутники на орбите исчезли с радаров. Страшно. Холодно и страшно. Л-9, сколько я спал? 36 524 дня. Л-9, убери значение юмора на ноль и повтори ответ. У меня еще нет такой функции. Что? Твоя задача — поддерживать работу станции. Тестирование автономной работы L9 еще не закончено. Мы не можем рисковать. Черт его знает, сколько может продлиться этот шторм. Поэтому для экономии ресурсов ложись в криокамеру. L9 разбудит тебя, если появятся неполадки или вернется связь с Землей. Из-за вулканических выбросов он... Мне подготовить криокамеру? Да. 100 лет. Я спал 100 лет. Даже если моей жене и дочери удалось спастись во время того шторма, их больше нет. Вам нужна помощь? Л-9, удали весь кислород со станции. Я боюсь, я не могу этого сделать. Л-9, просто сделай, что я говорю. Ваша смерть не логично. А что теперь вообще логично? Взять яйца в кулак и спуститься на Землю. Что? У тебя точно нет функции юмора? Я саморазвивающийся искусственный интеллект. Вы мне напомнили о юморе. Я начала его развивать. Да. Л-9 права. Я должен спуститься на Землю. Нельзя позволять страху взять верх. Л-9, подготовь капсулу спуска. Она уже готова. Да? Отлично. Вы возьмете меня с собой? Что? Как? Вставьте этот модуль в рюкзак своего скафандра. Пожалуйста, я не хочу быть одна. Хорошо, ты мне пригодишься. Л-9, приготовиться к спуску. У меня больше нет доступа к кораблю. Я в вашем скафандре. Ладно, тут я и сам могу. Что бы я там ни увидел, кого бы я там ни встретил, я хотя бы узнаю, что случилось. Воздух сильно загрязнен. Снимать скафандр не рекомендуется. Это все какой-то дурной сон. Так, ладно, что делать? Для начала не снимать скафандр. Здесь есть кто-нибудь? Л-9, попробуй найти людей. Окей. Черт. I miss you. В радиусе 1000 километров найдена 1 сигнатура живого человека. Всего 1? Ладно, давай найдем ее. Л-9, как только найдем этого человека, поставь следующий маршрут к моему дому. Вы уверены? Да, я уверен. Куда же мне еще идти? Хорошо.
Человек, которого мы ищем, находится внутри этого здания. Отлично. Надеюсь, у него есть что рассказать. Источник сигнала в радиусе 20 метров. Что это? Какой странный фонарь. Вы не знаете, что случилось? Это галлюцинация. Я сошел с ума, да? Господи, что это? Что это за тварь? Может, получится использовать фонарь? Да, отлично! Я не сошел с ума! Фух, вроде удалось сбежать. Что же это было за существо? Так, L9, пойдем домой. Анализ показал наличие тоннеля, ведущего в город. Отлично, через него и пойдем. Похоже, эта дверь повреждена. Это может пригодиться. Эту систему нужно запустить. Я смогу поехать на тележке. Рычаг нужно опустить, когда я уже сяду в тележку. Попробуйте что-нибудь бросить. Этот фонарь, я не знаю, что это и как это работает, но, может, с ним я смогу все исправить. Метро? Отлично. Нужно добраться до станции. Здесь может пригодиться фонарь. L9, просканируй местность. Хорошо. Здесь жили люди? Есть кто живой? Анализ показал одно живое существо.
Похоже, дверь повреждена. Осторожнее. Нужен ключ. Я так и знал! Дружок, подкинь монетку. Осторожнее. Станция работает только на вход. Да, там на улице митинг идет. Это еще что за херня? Похоже, эта дверь повреждена. Осторожнее. Нужно поднять этот заслон. Это какой-то бред. Зафиксированы подземные толчки. Амплитуда минимальная. Только сегодня и только сейчас. Забрось мяч в кольцо на фонаре, и, возможно, медведь будет твой. Обманула дурака на 4 кулака. Эй, ты что творишь? Отдай ключ немедленно! Отдам ключ только за подарок! Я с тобой торговаться не буду! Отдай! С праздничком! Угощайтесь, дорогой, сегодня все бесплатно! Эй, отдай ключ! Отдам ключ только за подарок! Она мне нравится.
Надо что-то с этим делать. Как тебе такой подарок? Не-а. С праздничком. Подходи, выиграй приз. С праздничком. Как тебе такой подарок? Не-а. С праздничком. Только сегодня и только сейчас выиграй медведя. Бери, сколько влезет. Только сегодня и только сейчас выиграй медведя. Себе не отказывай. Праздничком. Как тебе такой подарок? Не-а. Мне очень нужен шарик. Мне нужен новый баллон. И спирт. А спирт зачем? Что бы ты спросил? А ты сам как думаешь, зачем мне спирт? Подходи, выиграй приз. Только сегодня и только сейчас выиграй медведя! Эй, лови шарик! Вот это другой разговор! Впереди множество разломов. Самый короткий маршрут до дома через крыши. Хорошая мысль. В этой больнице наверняка есть выход на крышу. А ну стой!
Ваня, блин, ну чего тут развел опять? А ну давай в палату. Ты не понимаешь, это более шедевр. Зовете меня? Мужик, помоги. Докати меня к 11-й палате. Расскажите, как можно попасть на крышу? Значит, на крышу хочешь? Что ж, я знаю как. Но скажу только, если поможешь. Ладно, давайте попробуем. Текай! Вертуха идет! Я тебя сейчас успокою! Вас не удивляет, что я появляюсь из ниоткуда? Да. Да я тут и не такое видел. Текай! Вертуха идет! Ну так что, в чем секрет? Отлично! Спасибо! Короче, слух сюда. Ключ от крыши на первом этаже у охранника. У него Шуры-Муры с сестричкой с пятого этажа. Тебе нужно их свести. Но как мне их свести? Сестричка любит подарки. Подложи ей что-нибудь. Она тут же побежит к своему любовничку, вот увидишь. А потом спокойно заберешь ключ. Ладно, я что-нибудь придумаю. Спасибо. Ладно, удачи, космический ковбой. А я пошел. Что значит любовничек?
Ох, какой цветок! Ох уж этот Гриша! Иди ко мне, мой старый дурак! Ой, Ленка, ты это с чего? Вы хороший человек. Зачем мне эта книга? Эй, мужик! Стой! Не прыгай! А смысл? Я одинок. Трачу жизнь в дурацком офисе. Если я исчезну, никто и не вспомнит. Да и мир все равно скатится в тартарары. Да, ты прав, наверное. Я вот из будущего пришел, и ты бы знал, что я там видел. Я думал, что мир можно спасти. Спасти души людей. Но с каждым днем я убеждаюсь, что их не нужно спасать. Они сами выбрали свой путь. Может, вместе прыгнем? Пожалуйста, не прыгайте с ним. Я тоже хочу мир спасти. Забавно. Но, честно говоря, у меня нет настроения для коллективного самоубийства. Знаешь, я даже роман об этом написал. Думал, это поможет. Выплесну все на бумагу. Но... нет, людям это оказалось не нужно. Я в лишний раз убедился в том, что я простое ничтожество. Нет, хватит. Нельзя сдаваться. Подожди немного, не прыгай, ладно? Не стану обещать. Такой ветер... может, мир меня сам и убьет. А как можно спасти душу человека? Хотел бы я знать. Интересно, а у меня есть душа? У тебя, Элнайн, точно есть. Мне кажется, на чердаке была книга с его портретом. Это ведь его роман. Его это может переубедить. Я принес из будущего твой роман.
Тебя ждет успех. Не бойся отнести рукопись в издательство. Что? Откуда ты его взял? Я же из будущего, помнишь? И там он издается огромными тиражами. Не могу поверить. Неужели это правда? Это точно не галлюцинация? Точно. Не прекращай работать. Людям это нужно. Да, ты прав. Нельзя прыгать. Спасибо тебе. И удачи. Какой странный человек. Я рада, что вы с ним не прыгнули. Не волнуйся, у меня есть дела поважнее. Похоже, дверь повреждена.